Какие дороги по жизни меня напролом поведут? Быть может, я встречу крутые пороги, и школьные годы на помощь придут. Да, было все не гладко. В школе я буду просто гостьей, из прошлого. Прощай, моя школа, ты будешь мне сниться замком хрустальным на грешной земле, праздником ярким в актовом зале, детскою песней в заснеженной мгле. Благослови же на прощанье и проводи нас на заре. Спасибо, школа, до свидания. Защищаем честь нашей школы во всех школьных соревнованиях. Вот. И, естественно, какие-то командные периоды, когда мы собираемся командой,
А также вместе с нашим классом мы праздновали дни 8 марта и 23 февраля, поздравляли наших мальчиков. Наши мальчики, наверное, самый яркий запоминающийся момент был в 9 классе, когда наши мальчики приготовили нам, ну, праздничный обед, вот. Лично мне было приятно зайти в класс и увидеть накрытые столы, и как наши ребята стоят по струнке вдоль доски и ждут, пока мы рассядемся. И, ну, начнем наш праздник, банкет. Вот, отметили тогда очень весело, и все было хорошо. Я не могу выделить какого-то одного яркого события, которое произошло в течение моего пребывания в школе. Было очень много, но то, что мне запомнилось, это... Конечно, наше участие в спортивных соревнованиях, в баскетбол, в котором мы уже несколько раз участвовали, и волейбол. Эти соревнования научили нас не только побеждать, но и проигрывать. Мы от них получили массу положительных эмоций, и это помогло нам приобрести очень важные качества в себе, которые помогут в дальнейшем жизни. Конечно же, я думаю, что я запомню своих одноклассников на всю свою жизнь и все события, которые были связаны. С моим самым ярким впечатлением о школе была, ну, школа начальная, именно потому что я очень любила своего учителя, классного руководителя Аллу Владимировну, и она на самом деле осталась очень ярким и хорошим воспоминанием о моем детстве, и она очень многое дала, мне кажется, нашему классу, хотя он расформировался после 5 класса, очень многие ушли, перешли в другие параллельные сейчас классы, и все равно те дети, которые остались, мы с ними дружны до сих пор и с многими общаемся, даже с тех, которые перешли в другие классы. И в то время, как была Алла Владимировна, наш класс был очень дружен, она действительно давала очень большую поддержку нашему классу, и многие дети получили очень хороший опыт после того, как она была нашим классным руководителем. Что ты ломаешь? Хотя бы вдвоем с Димой. Да, а я при чем? Нет, ну, что сказать? Что так было? Да. Нет. Ты ломаешь вообще просто. Это лично. Шар, который светился. И она с ним урока два ходила просто с два урока физкультуры трудов. Она и ходила, прям заворачивалась в какую ткань, смотрела, как лучше, короче, все, ушла на перемену, поставила. Я взяла шар посмотреть, короче. Он выскользнул просто у нее из рук и разбился просто в дребезги шар, который одолжила вообще учителю кого-то еще. Но это было сильно весело просто, потому что как это... Сколько, столько времени учитель ходил, старался его как-то получше сделать, но взяла я, да и все. Просто все разрушилось. Это все. Поздравить нас и, ну, сами именно самостоятельно подготовить праздник. И как я потом узнала, это делал Димка.
Да, вот это как бы мы сделали. Получишь из класса, получишь тебе аллерген на ананасы. А? Да, и я помню, он организовал всех ребят, и они все покупали, они скидывались. И дело в том, что когда мы зашли в кабинет, в котором они все это организовывали, в котором они накрывали стол, я лично сразу почувствовала запах ананаса. Зажала нос и выбежала оттуда, потому что у меня дикая аллергия на это, я начала вся чесаться ужасно. И потом, когда мне ребята рассказали о том, что на самом деле все это Димка организовывала, мне было жутко стыдно, потому что, я знала, что, во-первых, все ребята старались, а уж тем более перед Димкой было стыдно еще больше, конечно. Вот. На самом деле все было очень вкусно, все было очень красиво. Они, конечно, очень большие молодцы были, да. А еще, по-моему, это было в прошлом году, когда мы подарили билеты на 23 февраля. Девочки не нашли, что подарить на 23 февраля мальчикам, и решили подарить билеты в кино. Хотели подарить билеты в кино на очень интересный какой-то фильм, по имени должен был идти. А билетов не осталось. И в конце концов они купили им билеты, какие-то мультики. По-моему, «Гномео и Джульетта» назывался мультик. Причем никто об этом не знал. Ходила покупать билеты, по-моему, одна или две девчонки из нашего класса. И все узнали о том, на какой фильм мы пойдем, только тогда, когда оказались в кинотеатре. И когда мы пришли в кинотеатр, ребята, конечно, были дико разочарованы, но виду не подали. Как мы потом узнали, они решили сделать нам не худший подарок. Они заказали нам пиццу. Да, и как Владик. Они решили сделать нам такой же плохой подарок, как сделали мы, и заказали нам пиццу. Нет, ну просто некоторые девочки худели и не хотели есть. Нет, ты же мальчик, что съел еще. Мальчик сказал, скажи спасибо, хотя бы так. Ну да. Нормально, вкусно было. Короче, обидеть им нас не удалось. Как они не старались.